Лучшее в стране. Начало третьего в Москве, друзья, вы слушаете и смотрите телерадиоканал «Страна-ФМ». В эфирной студии Роман Шахов, и не только я, понимаете, мы обещали, что она придет, и она пришла. Дарина Федорова-Землянская сегодня в гостях у «Страны-ФМ». Дариночка, привет. Здравствуйте. Более 20 лет она занимается поиском и изучением российских усадеб, восстанавливает историю семейств, которые в них жили. За это время были посещены около полтысячи. Да, около 500. Ничего себе! Дворянских и купеческих усадеб Подмосковья, Калужской, Владимирской, Рязанской, Ярославской и других областей. Также Дарина организовывает и водит экскурсии по старинным особнякам и поместьям. Это очень интересно. Итак, как же это все началось, Дарина? Можем узнать? Можно, это, в принципе, не секрет. Я думаю, что началось, наверное, с зова предков, потому что моя мама из дворянской семьи, и, наверное, посещение в детстве усадеб, домов, которые принадлежали нашей семье, я думаю, какой-то след, наверное, все-таки оставила. Где эти дома? Можно ли вот взять экскурсию, пойти туда, поехать, и сама Дарина будет рассказывать, где что там находилось? Ну, дома находятся в Нижнем Новгороде. Так, туда... В городе, в черте города. Да, в центре города. В Нижнем Новгороде пока экскурсии мы не водим. Я думаю, что это еще впереди. Но я знаю, что улица Студена, на которой эти дома находятся, входят в маршруты туристические. И краеведы, бывают, приводят туда людей посмотреть. Это дома деревянные, уникальные, с резьбой очень красивые. Они используются как-то, эти дома сейчас? Там живут люди? Как обычные жилые, да. То есть после революции в них сделали коммуналки. Ну и до сих пор эти квартиры, в общем-то, продавались, перепродавались. И там живут обычные люди, да, то есть на несколько квартир получился особняк. Маркетолог-психолог — это то образование, которое вы получили в учебном заведении, но почему-то решили заниматься историей. Как это вот так случилось-то? Вот, когда это началось? 20 лет назад, правильно? 20 лет назад, да. То есть, когда я еще получала первое образование, как раз маркетинговое. Но усадьбы — это было такое хобби всегда. Вот. И оно, в общем-то, из хобби переросло в основное дело и остается такой главной любовью в жизни. То есть постепенно-постепенно от этих двух профессий я отошла и поняла, что хочу заниматься только этим. Потому это именно то, что доставляет удовольствие, приносит удовлетворение. И я вижу обратную реакцию людей. То есть мне очень нравится то, что люди, которые приходят на экскурсии, они потом очень благодарны. Я вижу, как у них глаза светятся. Поэтому вот это самое главное в этом деле. Поэтому это вот уже переросло в такое в основное. Насколько я понимаю, есть сайт, да, на который можно зайти, там попросить о том, что вот когда будет экскурсия, узнать, как это все механизм работает. Да, есть сайт, который называется «Подмосковные», в честь книги Греча «Подмосковные». Да, то есть раньше, говоря о своей усадьбе подмосковной, говорили «я еду в свою подмосковную». То есть слово «усадьба» уже не добавлялось. Ну вот в дань этой традиции так был назван сайт, потому что изначально интерес возник именно с подмосковными. Московных усадеб, но потом как-то в Подмосковье стало тесно, перешла на другие области, но название сайта так и осталось, в общем-то, я не стала его менять. Да, на сайте можно посмотреть расписание, также есть наша группа в социальных сетях, во всех уже, пожалуй, да, и либо сделать подписку и получать какие-то уведомления, либо вот отслеживать на сайте. Ну, смотрите, как это работает. Например, люди, которые интересуются историей в Москве, они заходят на сайт, выбирают дату, да, какой-то экскурсии. Да. Сколько примерно человек на экскурсии бывает? Ну, насколько они большие, крупные? Это зависит от того места, в которое мы идем. Это от 15 до 30 человек. Ну, всегда стараемся делать такие комфортные группы. То есть здесь речь идет именно не о количестве, а о качестве. Поэтому стараемся, чтобы людям было удобно, комфортно, чтобы они могли воспринимать информацию. Самая, вот, может быть, популярная такая экскурсия, куда? Вот самая раскрученная такая, куда прям, ну, очередь стоит? Что сейчас? Какая усадьба? Самая популярная, конечно, даже не только усадьбы, не сколько усадьбы подмосковные, сколько, наверное, московские особняки, потому что, ну, они ближе, да, во-первых, проще добраться, потому что не у каждого есть время поехать именно в Подмосковье, там, выделить целый
целый день на автобусную экскурсию. Или еще в какую-нибудь Калужскую область, например. Тем более, да. Поэтому в Москве, ну, в Москве, конечно, притягательные особняки, в которых сохранились какие-то интерьеры. Вот. Их не так много. Часть из них доступна только в Дни наследия. Это какие-то посольства, как правило. А вот остальные особняки, которые открыты в другие дни, вот туда, соответственно, есть спрос. Дорогие друзья, дорогие любители истории, смотрите, слушайте «Страну ФМ». Дарина Федорова-Землянская в гостях у телерадиоканала «Страна ФМ». Мы очень скоро вернемся. Мы сегодня рассуждаем о том, где можно сходить на хорошую экскурсию, как можно познакомиться с историей нашей страны, с историей людей, которые жили когда-то. Итак, мы можем отправиться на экскурсию в Подмосковье, в Калужскую область, в Ярославскую область. Куда еще? Ну, сейчас на данный момент я занимаюсь именно Подмосковьем и Москвой. То есть на другие области сейчас есть как раз задумки. Мы работаем с несколькими людьми, сейчас как раз прорабатываем эту тему. Пока вот ограничили Москвой. Я так понимаю, Москвой. Что это команда энтузиастов, это люди, которые интересуются вот нашей историей, правильно? Чем они занимаются в жизни? Кто эти люди, которые приходят на экскурсию? Абсолютно разные люди. У нас есть и врачи, и учителя, есть архитекторы, и в том числе сами экскурсоводы интересуются. И актеры, и певцы абсолютно разная публика, абсолютно. То есть экскурсоводы сами приходят на мастер-класс и говорят, вот мы, собственно, хотели бы что-то там... Ну, они не как на мастер-класс приходят, они приходят на экскурсию в какое-то новое место посмотреть, и что это тоже любознательные, интересующиеся люди, им интересно. Дарина, в каком состоянии сейчас вот эти вот усадьбы дворянские? Много времени прошло, а чтобы поддерживать эти дома в хорошем состоянии, необходимы средства? Ну, к сожалению, в большинстве своем состояние удручающее. За последние там несколько лет многие усадьбы были утрачены. Особенно совсем. Деревянные совсем, да, то есть сгоревшие дотла и так далее. Вот. Но есть усадьбы, которые восстанавливаются, слава богу. В разном состоянии. Но интересно, на самом деле, и то, и другое посещать. Потому что даже если это какая-то руинированная усадьба, то у нее может быть очень интересная и насыщенная история, которую, в принципе, хочется людям рассказать, передать, как-то сохранить ее. Поэтому вот по опыту, когда едешь какой-то маршрут и есть разрушенная усадьба, да, то есть она, наоборот, еще больше удивляет именно после того, когда ты узнаешь ее историю. Ну, там новоделов никаких нет, как минимум. Ну, да. Правильно. Да. То есть иногда в руинированной усадьбе сохраняется вот та ценная атмосфера, которая, собственно, меня вот вдохновляет на все это. Когда ты приезжаешь, действительно подзаряжаешься в этих местах. То есть вот в усадьбе, которая уже как-то отреставрирована и много новодельных деталей, у нее, конечно, вот эта атмосфера, она убивается, к сожалению. Дарина, а есть топ любимых усадеб, которые прям, ну, вы обожаете и любите, с каким-то особым чувством туда едете? Рассказывайте экскурсии, как-то вот прямо чувствуете, что что-то родное. Такой личный топ есть. На первом месте, наверное, усадьба Марфина, потому что книга о ней была в как раз домашней библиотеке, и с детства я, в общем-то, ее перелистывала и мечтала туда попасть. С этого началось все, да? Фактически, да. Вот. Потом в этой усадьбе у меня была свадьба, была фотосессия. Это была моя мечта, да, там есть прекрасные белые грифоны возле пруда, и, в общем-то, была мечта там сфотографироваться, поэтому вот оно есть, оно мне душу греет, и мы каждый раз туда приезжаем, и когда мы попадаем на территорию, там есть такой мостик небольшой, мы все время фотографируемся на мостике и на грифонах, и вот у нас можно проследить такую семейную историю, когда сначала там один ребенок, потом появляется второй ребенок, и где мы просто вот до этого всего, да, вдвоем. Вот, поэтому такой вот уже кроме Марфина место. Что? Кроме Марфина, очень люблю Быкова усадьбу, но, к сожалению, вот приходится наблюдать, как из года в год она все ветшает и ветшает. Очень люблю Никольское-Прозоровское, которое находится прямо вот рядышком с Марфина. Это одна из немногих усадеб в стиле барокко. Наверное, может быть, даже, пожалуй, единственная в Подмосковье, которая, к сожалению, вот в ужасающем состоянии. Но вот там есть вот та самая атмосфера, которая, ну, вот каким-то магическим образом на меня действует. Ну а что это за атмосфера? Что привлекает вас в том времени? Ой, даже сложно объяснить. Это вот...
как жили там люди? Ну, это вот, когда ты вот приезжаешь, и вот тебя что-то ёкает внутри, да, вот как это объяснить, когда вот вы влюбляетесь в человека, вы же не можете объяснить, за что, вот оно просто где-то отозвалось. Ну, вот примерно с усадьбами то же самое. То есть вот ты чувствуешь эту атмосферу, ты представляешь людей, которые здесь жили, чем они жили, там вот как это все раньше выглядело, там беседочка, которая не осталась, там выход к пруду, какие-то свидания вечерние, там, да, то есть вот ты погружаешься, отдыхаешь вообще от всего, отключаешься от внешнего мира, и каким бы ты ни был уставшим, я не знаю, может быть, заболевшим даже, бывает, что с температурой приезжаешь, и вот ты уезжаешь оттуда совершенно обновленный. Друзья, какая усадьба больше всего лечит, мы узнаем очень скоро. Оставайтесь в компании «Страны FM». Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна FM». Дарина Федорова-Землянская сегодня в гостях у телерадиоканала «Страна FM». Мы говорим об истории, мы говорим об усадьбах Московской области, мы говорим о здоровье, друзья. Если у вас что-то где-то болит, то, собственно, можно поехать на экскурсию, и будет даже чудо исцеления. Правильно ли я говорю, Дарина? Да, возможно. Итак, пример из жизни. Ну вот пример был такой в усадьбе Михайловская, это подмосковная усадьба. В Подольском районе, да, не путать с усадьбой Пушкина знаменитой. Усадьба, вот как раз мне нравится своей атмосферой, своей потрясающей историей. Она в каком состоянии сейчас, кстати, вот? Она в законсервированном состоянии. Вот, тоже термин такой. Да, бывает и такое, да, когда усадьба требует реставрации, но на данный момент, допустим, нету средств, и она консервируется, то есть заколачиваются окна, крыша покрывается и так далее, чтобы, соответственно, какие-то атмосферные явления ее не портили. Вот, она ждет свою участи. К сожалению, пока никаких там новостей нету хороших. Но, тем не менее, усадьбу очень люблю. Там совершенно необыкновенная история, очень интересная. Периодически там веду экскурсии. Вот один раз так получилось, что ну, вот у нас работа такая, что в любом состоянии мы едем на экскурсию. Была температура 38,5. И, в общем-то, вела экскурсию. И потом, когда приехала домой, я поняла, что мне легче стало. Несмотря на то, что вот болезнь была в самом разгаре, то есть действительно, ну ты морально, во-первых, от всего отдыхаешь, да, то есть ты отключаешься вообще от внешнего мира, от каких-то проблем и так далее. То есть погружаешься в такую дружественную атмосферу. Что касается дружественной атмосферы, есть такой термин «усадебные семьи». Вот об этом тоже многим одиноким зрителям, слушательницам «Страны FM» хотелось бы узнать поподробней. Люди с тонкой духовной организацией, они ведь тоже могут свое счастье найти благодаря вот как раз экскурсиям. Да, возможно. Я как раз вот этот термин, да, употребляю, потому что у нас действительно есть такие примеры, когда люди знакомились на экскурсиях, общались, то есть во время, да, каких-то экскурсий не один раз они встречались, а потом образовывали семьи, и даже уже у нас есть усадебные детки, как вот. Я их называю. Да, наши детки усадебные, потому что фактически с самого рождения они в усадьбах на экскурсиях присутствуют, на загородных, я имею в виду, да, в городе как-то все-таки сложнее, а загородные мы все время, да, с коляской, с детьми и, в общем-то, все вместе. Есть ли такое, что, например, люди, которые строят новые современные усадьбы, приглашают вас, например, да, чтобы сделать какой-то антураж, может быть, усадьбы того времени? Нет ли такого сотрудничества? Меня не приглашали, нет. В основном приглашают, конечно, дизайнеров. Вот. Ну, кстати, у нас очень часто дизайнеры приходят на экскурсии. У них это как учебные такие познавательные, да, экскурсии получаются. То есть они как раз обращают внимание на всевозможные интерьеры в усадьбах. Как правило, если это усадьба, допустим, 19 века, то в одном доме может быть представлено сразу несколько стилей. Там может быть и готика, и мавританский стиль, и так далее. Поэтому для них такие вот живые учебные пособия. И вот как раз такие дизайнеры потом могут, да, уже помочь. А какой самый модный был стиль архитектурный вот в то время, когда усадьбы были в расцвете? Ну, классика, конечно. Потом уже модерн, это уже начало 20 века и так далее. Ну, конечно, классика. Мы все время сразу при слове усадьба, мы что представляем? Классический дом с колоннами, беседку, да, пруды. Если вы будете строить себе загородный дом, какой он будет, скажите? Или, может быть, уже строите, Дарин? Ну, нет. Будет ли он похож на усадьбу? Пока не строю, но я так вообще думаю, что если бы у меня была возможность построить дом, да, если бы на это средства, я бы лучше выкупила те дома, которые принадлежали нашей семье.
это где? Рассказывайте. Ну вот Нижний Новгород. Так, Нижний Новгород. То, что, да, мы говорили о домах. На улице. Два дома, да, угу. Улица Студенная. Вот, ну, если они меня дождутся, если они доживут, потому что они, к сожалению, в плачевном состоянии, это деревянные дома. Уважаемые мэрия Нижнего Новгорода, пожалуйста, поддержите дома, потому что Дарина уже копит деньги. Да, да, да. Друзья, мы хотели бы еще вот о чем поговорить. Есть такая штука под названием «Обзоры книг» на сайте, в интернете, на канале Дарины, правильно? Да, немножко. Что это такое, Дарина? Ну, немножко побаловалась этим, да, к сожалению, времени на это не хватает, поскольку усадьбы, они требуют, естественно, все время рассказ об усадьбах и вообще, подготовка, в принципе, это занятие, да, требует какой-то подготовки, ну и вообще, да, когда ты читаешь литературу об усадьбах, как правило, это мемуары, угу. Ты также погружаешься в них, также отвлекаешься от всего, и меня очень часто спрашивают, допустим, о каких-то усадьбах, где можно почитать, какие книги, то есть люди интересуются, задают вопросы, и вот была такая идея рассказывать об этих книгах, делиться, о новых каких-то, о тех старых, которые у меня в домашней библиотеке есть. Ну, вот такая попытка есть, но... Где попытка эта есть, мы узнаем чуть позже. Оставайтесь рядом со страной FM. Лучшие в стране. На телерадиоканале «Страна FM». Дарина Федорова-Землянская в гостях у телерадиоканала «Страна FM». Мы говорим, друзья, о том, где можно найти интересную экскурсию в Московской области, да и не только в Московской области, а где также можно почитать об этих усадьбах, об экскурсиях и так далее. Итак, канал в Ютьюбе, правильно, Дарин, ваш? Ну, пытаемся, да, делать, на самом деле, просто времени на него не хватает, мне в этом муж помогает, там, да, именно в деле монтажа и так далее. Обзор книг там идет? Там обзор книг идет, и краткая история усадеб, рассказана буквально там минут на 7-10, стараемся снимать везде, где мы бываем, снимаем на камеру, снимаем с коптера, вот, очень много отснятого материала, который ждет своей участи. Ну, какой-нибудь анонсик, Дарин, что вот в ближайшее время мы увидим, какие фильмы, о чем? В ближайшее время, я думаю, мы... Да, руки дойдут у нас до белорусских усадеб. Ух ты. Мы в прошлом году, да, у нас, помимо того, что я экскурсиями занимаюсь, я вот, к сожалению, и когда отдыхаю, не могу без усадеб обойтись, поэтому вот в прошлые майские праздники мы с семьей и с друзьями ездили по белорусским усадебам и объездили, страшно сказать, 40 объектов. В каком состоянии там усадьбы? Можно ли узнать? Ну, там они, так скажем, в большей степени реставрируются, угу. Но очень много такого новодела, конечно. А, вот так. Да, но тем не менее, обстановка, на мой взгляд, показалась получше. И там более дружелюбно принимают. А, кстати, вот в усадьбах кто принимает? Есть какой-то сторож, какое-то руководство? Это как считается, музей или что-то, заброшенный дом? Ну, как, есть, как заброшенные усадьбы, которые стоят... Которые никто не охраняет? Да, то есть они стоят на балансе у какой-либо организации, но она не... Организация ничего никуда не вкладывает. Да, ни сторожа, там никого может не быть. Угу. Вот. Есть пускают туда вообще, кстати? Ну, если там вообще никого нет, то, соответственно, да, пробираешься, угу. Смотришь. Хорошо. Вот. Есть усадьбы, в которых находятся санатории. Они, как правило, в более лучшем, естественно, состоянии, отреставрированы, потому что там люди отдыхают. Но там есть и со свободным посещением, есть, куда нужно предварительно позвонить, договориться. То есть, угу. В принципе, это доступно. Но за исключением там управления делами президента и так далее. Опять-таки, в некоторых из них можно заранее договориться и пускают именно с экскурсии. То есть мы договариваемся, приезжаем с группой и можем погулять по территории. Вот. А есть усадьбы, которые оказались в частных руках, и, соответственно, как правило, вот они самые закрытые и недоступные, и остается о них только мечтать. Mm-hmm. А вдруг вы там какой-нибудь заводик увидите? Возможно. 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 Зачем его увидеть? Да, мы хотели бы вот еще о чем поговорить. Дело в том, что у нас сейчас февраль, скоро март. Что в ближайших планах, какие экскурсии, куда можно поехать, зайдя на сайт, приобрести там билеты или как это все устроено у вас? Расскажите. Ну, на март я всегда стараюсь, март-апрель, планировать автобусные туры, туры на машинах, именно загородные. То есть, когда уже природа более к нам благосклонна, когда потеплее становится, там уже солнышко и так далее, уже нет снегопадов, более доступны дороги становятся, да, это тоже немаловажно. Вот поэтому стараюсь вот этот период загрузить все-таки загородными турами, потому что потом уже начнутся дачные истории, уже люди будут разъезжаться. Вот, поэтому март-апрель у нас все
всегда очень активные. Но в Москве тоже будут продолжаться экскурсии, но уже, наверное, в меньшей степени. Вот. Но, тем не менее, готовим объекты. Заманушечку, Дарин, куда можно махнуть в ближайшие дни, например? Вот, скажем, 23 февраля, да? Там 3 дня, выходные. Ой, заманушечки не получится, потому что там уже все раскуплено. И куда поедете? Ну-ка, похвастайтесь. Ну вот, из ближайших мы идем в особняк Зимина. Это закрытый особняк, туда очень тяжело попасть. Мы идем в особняк Святополка Четвертинского. Это, ну вот, кстати, туда будут еще билеты, можно будет попасть в марте. Это усадьба, в которой сегодня находится Центральный дом литераторов. Она также закрыта для посещения. Поэтому такие вот, это как раз самые лакомые такие места, куда вот обычно нельзя попасть. И, как говорится, запретный плод всегда сладок. 20 лет вы уже занимаетесь вот изучением усадеб, да? Что для себя открыли, может быть, такое удивительное вообще о жизни, о бытии людей тех лет, того времени? Ну, что может быть современному человеку непостижимым кажется? Непостижимым кажется то, когда читаешь, как эти люди все успевали, да, то есть с совершенно сумасшедшим графиком в течение дня, с долгими переездами между городами, да, то есть, как правило, очень многие были усадьбы, там, допустим, в Петербурге, в Москве, там, в Орловской губернии, там, допустим. Это все огромные расстояния, которые ты даже не можешь представить, как это вообще люди передвигались. На лошадях, там, со скоростью 30 километров в час. Ну, да, на поездах или на лошадях. Но даже если это на поездах, то все равно это очень много времени занимает, и сколько они всего успевали, да, то есть, если, допустим, взять пример Сергея Дмитриевича Шереметьева, который и историк, и библиофил, то есть он чем только не занимался. И он еще успевал и каких-то экзотических уток разводить, и сливы селекционировать. Друзья, и так далее. Что еще интересного было в жизни обитателей усадеб, мы узнаем чуть-чуть попозже. Оставайтесь рядом с нами. Сейчас вспомним о том, что у нас не только разговорная программа, но еще и музыка в ней присутствует. Давайте-ка посмотрим и послушаем, что интересного, что свеженького в своей студийной усадьбе приготовил Монатик. Друзья, уже 20 лет она изучает российские усадьбы, восстанавливает историю семейств, которые в них жили. Дарина Федорова-Землянская в гостях у телерадиоканала «Страна FM». Мы говорим о быте людей, которые когда-то жили в усадьбах, собственно, занимались какой-то госслужбой, наверное, вели какой-то бизнес, что-то у них, какой-то досуг был в этих усадьбах, когда не было ни радио, ни телевидения, ни интернета, и как же они там жили и не скучали. Не скучали совершенно. То есть, если мы сейчас думаем, а как же они там жили без интернета, да, при лучине сидели, без телевизора и так далее. На самом деле, жили очень богатой жизнью. Они устраивали музыкальные салоны и ставили домашние спектакли. И очень была популярна охота. Причем на охоту брали уже с детского возраста, приучали к этому. И на коньках катались, и на санках катались. И, в общем-то, много у них было занятий. В гости друг к другу ходили. Это было обязательно. И праздники вместе праздновали. Так что жизнь была насыщенной. Берите пример, не только сидите дома у телевизора, но и, собственно... Сейчас, кстати, вот из-за гаджетов люди внутри семьи не часто общаются. Да, и на самом деле вот одна из задач была, когда вот этот проект начался, именно оторвать людей от компьютеров, от телефонов, чтобы они вживую смогли с друг другом пообщаться. Поэтому мне больше нравится, когда мы делаем какие-то поездки на своих машинах, когда у нас есть более медленный темп передвижения, да, когда мы не озираемся на автобус туристический, а мы можем позволить себе устроить пикник на травке, положить пледик, посидеть, пообщаться. И у нас есть люди, которые с нами ездят уже вот 4 года, проекту 4,5 года, и мы уже вот друзья настоящие, то есть мы без друг друга уже не можем. Мы знаем все уже и о семье, и о детях, взаимодействуем, и люди новые с удовольствием прибавляются. Угу. Что касается детей, вот у вас дочка, ей 13. Две дочки. А старший 13, а младший 5. Вот. Насколько они интересуются жизнью усадеб, вот как относятся они к истории? Ну вот, можно сказать, с самого рождения они с нами ездят. Ну вот, 13-летний ребенок сейчас, у нее такой, скажем, переходный возраст, свои интересы, и где-то лет с 11, наверное, она уже так немножко отошла от этого, ей не очень уже интересно. Но я думаю, что когда-то она к этому вернется. Вот. Но в детстве она, когда ездила, ей очень нравилось, она запоминала эти места, она узнавала их на фотографиях, и она все время приходила в какое-то место и говорила: какая красота! То есть вот ребенок действительно это впитывал,
рассказывал. Uh-huh. И вот сейчас младшая с нами тоже с удовольствием ездит. И даже когда вот я уезжаю, там собираюсь на экскурсию в Москве, и у меня нет возможности ее взять. Она: мам, ну возьми меня на экскурсию, прям уговаривает. Ну а с какого возраста разумно уже брать ребенка, чтобы он как-то получил какой-то интерес, удовольствие от экскурсии? Ну, на самом деле, если это городские какие-то экскурсии, то с нами я, в принципе, не рекомендую детям ездить, потому что у нас именно уровень экскурсии рассчитан на взрослых людей. Но вот если мы едем за городом, то только за, потому что, ну, во-первых, ребенку на воздухе гораздо лучше и интереснее, он может себя чем-то занять, да, нежели там ходить по какому-то особняку, где он себе занятия не может найти. Вот, поэтому... Дарина, еще назовем раз сайт, как... Подмосковные, да? Подмосковные, да. Подмосковные.ру. Можно найти там всю информацию? Да, там есть вся информация. И обо мне, и об экскурсиях, и об усадьбах. То есть я стараюсь выкладывать материалы, фотографии. Там есть, кстати, карта для тех, кто, может быть, захочет самостоятельно путешествовать. Есть карта, где нанесены все объекты, в которых лично была, и проверенная информация, прикреплены фотографии, ссылки. То есть такая интерактивная, все можно посмотреть. А какие-нибудь аудиогиды, что-нибудь такое вы записываете, не делаете такое? Вот пока на аудиогиды меня еще не хватило. Я думаю, что это еще впереди. Друзья, у нас впереди еще несколько минут общения с Дариной. Если вы интересуетесь историей, если вы любите узнавать что-то новое о чем-то старом, тогда смотрите, слушайте «Страну FM». Мы еще кое-что интересненькое расскажем. Здесь телерадиоканал «Страна FM». Дарина Федорова-Землянская у нас в гостях. И мы сегодня говорим об интересных экскурсиях. Кстати, я узнал, что от 150 рублей начинается ценник. Поэтому, собственно, не так и дорого. Можно провести время в компании чудесных людей. И это, кстати, как мне кажется, бесценно, когда такая атмосфера. Причем есть же информация, что какие-то вы благотворительные делаете акции. Вот об этом бы хотелось чуть-чуть узнать. Хочу немножко поправить. 150, это, конечно, к сожалению, редкий случай. В основном, да, в среднем это цена 500-600 рублей, и, соответственно, автобусные туры дороже. Просто не хочется вводить в заблуждение людей. Хорошо. Вот, по поводу благотворительных экскурсий. У нас бывает, да, совместно с проектом «Женское здоровье» с замечательной Анной Якуниной мы делаем либо со скидками, либо бесплатные экскурсии для женщин с диагнозом рак молочной железы, которые уже прошли через него или которые продолжают бороться. Вот. А также у нас есть экскурсии совместно с Союзом архитекторов и фондом целевого капитала «Русская усадьба». Мы проводим экскурсии, средства от которых выручены направляются на восстановление усадьбы Суханова. Это подмосковная усадьба Волконских. Это Ленинский район, насколько я понимаю. Да, да? Да, совершенно верно, недалеко отсюда. Восстанавливайте. Нам очень важно туда сходить. Да, вот у нас туда, кстати, будет экскурсия скоро, так что можно будет тоже туда попасть. Мы будем заходить в те места, которые закрыты для обычных посетителей. У нас есть такая возможность. Вот, а экскурсию ведет историк, режиссер Светлана Малафеева, которая замечательно уже себя зарекомендовала на других экскурсиях и очень любит, так что приходите. Хотелось бы понять, что еще? То есть вот 20 лет уже вы вот этим занимаетесь, но есть ли какие-то еще усадьбы, в которые пока не получилось сходить, но очень бы хотелось? Ну, остались ли такие в Подмосковье за 20 лет? В Подмосковье такие есть, которые, да, в частных руках, к сожалению, находятся, и доступ закрыт. Ну, либо, допустим, вернуться в те, в которых я была именно 20 лет назад, когда они еще были доступны, там, типа усадьбы Подушкина в Барвихе, которая сейчас управление делами президента, и она закрыта. Мне удалось там побывать вот, в 98-м году, когда там еще находился детский интернат, увидеть интерьеры. Но вот на тот момент, к сожалению, не осталось фотографий, допустим, внутреннего убранства. Вот очень хочется туда попасть, конечно, сфотографировать, посмотреть. Ну и по соседним областям хотелось бы понять, Дарин, вот на 18-й год какие у вас грандиозные замыслы? Куда планируете поехать, может быть? Вот. Ну, вот сейчас у нас есть в планах, разрабатываем маршрут по Тульской области, Владимирская область, вот, и поедем в Тверскую область обязательно, потому что там, конечно, кладезь вообще информации. У вас на страничке ВКонтакте я обнаружил, что вот публикацию про Углич.
что Углич вернулся в Золотое кольцо, ну, стал городом Золотого кольца. В принципе, для меня это родной город, поэтому я так живо интересуюсь. В Ярославской области что-то планируете вот в этом году изучать? Может быть, Ярославль, Ростов, Переславль? Планируем, там, да, но мне интересно брать такие места, в которых, на самом деле, мало кто бывал, то есть не исхоженные туристами, да, как раз... Не вот, попсовые такие маршрутики. Не попсовые маршруты, да, потому что, ну, тут помимо того, что людям показать, и есть эгоистический, конечно, план самой это увидеть и посмотреть. Конечно, конечно, поэтому, да, естественно, выбирается то, что интересно. Вот, поэтому туда тоже поедем. Хорошо. А я желаю, чтобы у вас проект развивался. Что, кстати, для развития вот необходимо, по-вашему? Для развития? Да, что? Самое главное, чтобы людей интерес не пропадал. Ну, и, соответственно, делать то, что ты делаешь, с любовью, на совести. Люди это чувствуют, и тогда круг ширится. Я желаю, чтобы у вас круг ширился, круг умножался, и чтобы вот этот интерес, собственно, которым вы сначала заразили самых-самых близких людей для себя, он только распространялся на людей, которые являются гостями вашего сайта. Плюс хотелось бы, чтобы власти Нижнего Новгорода прислушались к вашей просьбе, и чтобы вот эти два дома вас дождались. А, кстати, вот фамилия у вас двойная. Здесь можно какую-то историю узнать? Расскажите. Ну, подробно не буду рассказывать. Ну, хотя бы не подробно, да. Да, у нас часть не так фамилии много времени. Это в дань предкам, да, в память роде, которому, в общем-то, я принадлежу, можно сказать, да. Это род из польской шляхты. Ну, такое немножко вот... Ну, красиво. Ну, да, спасибо. Ну, Дарина, чтобы сохранить память. Федорова, да. Землянская в гостях у Страны ФМ. Заходите на ее сайт и добро пожаловать на очень хорошие экскурсии по Москве, по Московской области и не только. До новых встреч. Спасибо большое.